Телеведущая Алена Водонаева готовится к свадьбе с Алексеем Комовым, более известным как диджей Косинус. Влюбленные уже подали заявление в ЗАГС, а церемония бракосочетания состоится в сентябре в Санкт-Петербурге. Сейчас пара живет на два города, постоянно перемещаясь между Москвой и культурной столицей. Недавно Алена и Алексей дали первые совместные интервью глянцевому изданию, в котором рассказали о своих отношениях и будущем торжестве. По словам молодых людей, сначала они планируют отметить важные события вдвоем, а потом устроить праздничный ужин с родителями и сыном ведущей Богданом. Водонаева и Комов поделились, что знакомы вот уже 4 года, но встречаться начали 3 месяца назад. Алексей признался, что ему понадобилось 5 недель, чтобы сделать предложение второй половинке. Встречаешь своего человека и хочешь провести с ним всю жизнь, поведал музыкант. Диджей также объяснил, почему штамп в паспорте имеет для него значение. Как рассказала телеведущая, ее сын прекрасно ладит с женихом. Между Алексеем и Богданом установились дружеские отношения, и они с удовольствием проводят время друг с другом. Мы устраиваем марш-броски по всем достопримечательностям, ходим втроем с Богданом на долгие прогулки и в культпоходы, поделилась Алена. Более того, избранник знаменитости помогает ей с воспитанием ребенка, пишет журнал Собака.ру. Напомним, что впервые о романе Алены Водонаевой с петербургским диджеем и идеологом Велнес проекта Алексеем Комовым стало известно в мае. Тогда пользователи социальных сетей заметили, что она часто выкладывает совместные снимки с музыкантом. Позднее пара появилась на премии глянцевого журнала, подтвердив домыслы общественности. Весь вечер влюбленные не скрывали своих чувств друг к другу. Любовь на два города. Подробности нового романа Алены Водонаевой.